Лорен 3G. Сегодня, в принципе, расскажу такую историю. Смотрите, просто я читаю свои видео в Ютубе, смотрю. Вдруг вижу видео, которое мне давно было заблокировано. Ну, удалено, конечно, но я вспомнил это видео и решил про него вам кое-что сказать. Так вот, я помню, что в старой версии, я сделал такую, как сказать, комнатку, в которой я запечатлел, типа, будущее. Точнее, прошлое. Типа, для себя, из которой из будущего. Чтобы проверить там. Хочу сказать, что я это все туда ставил в 2021 году, в начале 2021 года. А сейчас, как вы помните, уже как сентябрь 2022 года. Так вот, я вам хочу показать это место. Все-таки. Покажу, что есть я работал. Пока дойду до этого координатов этих, которые соответствуют, где у меня это была капсула, как сказать, комната. Ну вот, как бы я уже нашел это место, похоже. Да, вот здесь неправильные блоки стоят. Так, я помню, как я год назад увлекался невидимыми блоками. Значит, здесь такая вот карасистема. Да, да, я угадал. Так, а теперь самое сложное. Я любил делать ловушки, которые с невидимыми блоками. То есть здесь я, кстати, поставил лаву. Точно, мне надо будет перепрыгнуть. Оп, ай. Так, я помню, что здесь было с облегчением, так что я могу выпрыгнуть. Точно, здесь можно вот так пройти на шифте. Да, я вспомнил этот способ. Ура. Только для Элрион 3G. Ну, я его уже наряжу, так что хорошо. Я сюда уже дошел. Окей. О, алмазики, изумруды. Мне ничего этого лишнего не помешает. Так что нашел на сумке. Да, ракета, разные салюты. Это да, я помню, я это всем занимался раньше, еще год назад. Любил это все дело. О, книга. И кемпингом я тоже любил заниматься. Ладно, почитаем книгу. Привет, Лорен 3G. Я, это ты, только один год назад. Ну, чего я требовался ожидать. Сейчас достану свою кирочку. Сейчас заберем изумруды и алмазы с собой. Оп. И еще вот так вот. Ну, отлично. Так, осторожно. На шифте. Так, проходим. Чё нас там мешает-то пройти? Понятно. Что ж такое? Оп, перепрыгнули. Я вам покажу, чем я занимался. И свой дом. Ну, вот, в принципе, мой старый дом. Здесь у меня компьютер работающий, кровать, плита, кубок, даже сундук есть, да, вот он. А сейчас я покажу мою новую работу. А, еще я возьму этот гамак и пойду уже показывать вам. Я был фермером, так что логично. Что будет поле, где я собираю либо с механизмами, либо просто пшеницу и остальные продукты. Итак, вот моя ферма, в принципе, говоря. Есть много механизмов, вот остального. Сейчас только костную муку поставим. Многие мне, наверное, спросят, почему на тебя ты чихаешь, и такой голос чуть был хрипловатый. Ну, там чуть-чуть простыл. В принципе. Простудился где-то чуть-чуть. Ладно, поставлю сюда свой гамак. И буду наблюдать за работой. Так, все поставил, все на своих местах. Сейчас будем спускать автомобиль. Смотрите, как все это работает. Нажимаем на кнопочку. Так, быстро ложимся на гамак. Смотрим. И как все это быстро работает.
Я вот сейчас должен еще обратно поехать. Смотрите. А, вспомнил, уже давно этого не делал. Там еще раз надо на кнопку нажать, чтобы вернулось. Вернулся аппарат. Алло. А, понятно. Он просто часто ломается, я думаю, сейчас починится. Ну, давай, быстрее, быстрее, давай. Ну, а, я вспомнила, у него же там... Он вообще сломался, да. Он вообще бы сломался просто. Ладно, потом засею за кадром. Вот много у меня пшеницы просто уже. Ну ладно. С вами был Иларион 3G. Всем пока!